С этого дня к радости многих автомобилистов в Москве меняются условия возвращения эвакуированных автомобилей. В частности, можно забрать свою машину со штрафстоянки, оплатив эвакуацию в течение 60 дней. Но если внести оплату сразу на месте, тогда будет предоставлена еще и 25% скидка. Ранее владельцу для возврата машины со штрафстоянки нужно было предъявить регистрационный документ, разрешение из ГИБДД или МАДИ, копию протокола об административном правонарушении, ну и квитанцию об оплате. Кстати, разрешение постоплаты во всех регионах заработает только с 1 сентября, так что в Москве такая система вводится еще до вступления в силу нового федерального закона. Изначально столица была против этих изменений, но в июле департамент транспорта внезапно изменил свое решение.